Привет, дорогие друзья, доброго времени суток. Это канал Mobile Gameplay и обещанный для вас эксклюзив в виде геймплея легендарного синего жука, который на данный момент скрыт еще в файлах игры, но будет доступен уже в августе этого года. Естественно, этот эксклюзив находится на моем канале благодаря каналу Фаталист. Не забывайте о том, что этот канал умеет делиться эксклюзивной информацией. Собственно говоря, сейчас без моих комментариев посмотрим геймплей, ну а потом я уже прокомментирую все это дело. Ну что, слушайте, выглядит все достаточно интересно. Я не буду углубляться в пассивные способности, я не буду углубляться в дополнительные эффекты спецприемов синего жука. Было отдельное видео буквально пару дней назад, кто не видел, можете посмотреть. Там мы очень активно разбирали все пассивные способности синего жука, все спецприемы и дополнительные эффекты к ним. Сегодняшнее видео призвано продемонстрировать вам, нам, мне геймплей и вот то, что я увидел.
увидел на экране, меня в принципе порадовало. Меня порадовало то, что это действительно новый синий жук. У него абсолютно новая анимация боевки, не такая, как у предыдущего синего жука. Более того, новая верхняя атака, новая дальняя атака, новая нижняя атака. Абсолютно три новых спецприема. Единственное, что осталось от того старого, всем знакомого синего жука, это, конечно же, суперприем. Но здесь уже никуда не денешься, у всех персонажей будет один и тот же суперприем, это понятно. Но персонаж выглядит максимально заманчиво. Обязательно пишите прямо сейчас в комментариях, как вам этот персонаж, как вам его геймплей. Но мне кажется, что в содружестве с его пассивными способностями и дополнительными эффектами от спецприемов из этого персонажа, как ни странно, может выйти что-либо интересное. Конечно, мне до сих пор жалко, что в обновлении, которое было посвящено фильму «Флэш», не появился новый «Флэш», не появился «Генерал Зод», появилась всего лишь новая «Супергёрл», но новый «Синий жук», несмотря на то, что это непопулярный, мягко говоря, персонаж, и, мягко говоря, никто его не ожидал, несмотря на все вышеупомянутое, этот персонаж получился интересным. И меня радует, что разработчики стали в последнее время так или иначе заморачиваться с тем, чтобы новым вариациям персонажей придумывать какую-нибудь новую анимацию боевки. Так произошло, например, с легендарным Шазамом. Есть золотой Шазам, а есть легендарный Шазам. И анимация боевки у легендарного Шазама отличается от золотого. А в случае с синим жуком они пошли еще дальше. Ну, они, я имею в виду, разработчики. И поменяли не только анимацию боевки, еще и анимацию дальней атаки, высокой атаки, то есть атаки в прыжке, и атаки нижней, то есть подсечки. И это выглядит действительно зачетно. Дорогие друзья, обещанный эксклюзив и геймплей впервые во всем мире опубликован на моем канале в содружестве с каналом Фаталист. У него этот геймплей тоже будет опубликован. Ссылку на этот канал обязательно оставлю в описании к видео, потому что благодаря Артему мы имеем возможность одними из первых, да не одними из первых, а первыми в мире увидеть геймплей нового, пока что скрытого персонажа Injustice 2 Mobile. Все, тут больше добавлять нечего, основная миссия ролика выполнена. Поэтому прощаюсь с вами, желаю вам всего самого лучшего. Спасибо, кстати, всем, кто поздравил меня с днем рождения. У меня сегодня день рождения был, кто не в курсе. Ну или еще идет, в принципе, да? В любом случае, спасибо за поздравления всем, кто поздравил меня. Надеюсь, что те, кто еще не успели, присоединятся к поздравлениям в комментариях под этим видео. Мне будет приятненько. Спасибо большое всем. И до новых встреч на моем канале. Пока!